Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Олександр Гамоля. Глядіть у гэтым выпуску. Сьогодні у Гомелі відбувся урочистий прийом, присвячений Дню жанчын. Гандаль регіону відкрив період перадсвяточних акцій. Гомельський обласний роддом оснащається сучасним медицинським обсталяванням. З нагоди 100-годового юбілею білоруської міліції у Гомелі вийшов на лінію тематичний тролейбус. Теплым и дождливым будет этот тыдень у регионе. А зараз об этом и иншим больше подробязно. У Гомеля распочались мероприемства, присвеченные Международному жаночему дню. Сегодня отбылся урочистый прием представниц жаночей громадскости керавництвом в области. Удельницами мероприемства стали каля 60 жаншин. Усе яны досягнули значных поспехов у своих сферах – от бизнеса и политики до аховы здоровья и эдукации. У профессийном майстерстве жаншины ничим не соступают представникам моцного полу. Так, сярод 20 лауратов штогодовой премии Гомельского облвыканкама по подтримке талиновитых ученых амаль полова жаншины. Сярод юристов жаншин 70%. Сярод медиков и педагогов 86%. Самые поспяховые у гэты день примали веншаванне от старшини Гомельского облвыканкама Владимира Дворника. Я очень благодарна и очень мне лестно, что меня пригласили сюда. Это, ну, сразу видно, что оценили мой труд, мою работу. Я работаю в отрасли культуры. Мне очень приятно, что наш труд работников сферы культуры оценен, и что сегодня я именно представляю женскую половину наших работников на этом приеме. Акрамя слов подяки за добросумленную працу, жаншины примали кветки и подарунки. Свои песни для их выконали лепшие творчие коллективы в области. У баку от жаночага свята не застануцца и гандлёвыя объекты Гомельшины. Яны дапамогуць набыць подарунки по прыемных ценах. Про скидки и кошт кветок расскажа Ганна Ковалева. Калі напярэдадні 23 лютага самы популярны товар – гэта пена для брыцця, то до 8 сакавіка попыт у разы ўзрастае на кветки. Толькі у Гомелі сваіх пакупнікоў гэтай дні чакаюць больш як 400 стацыянарных и выязных гандлёвых кропак по продажы кветок. Традыцыйных символаў 8 сакавіка – тюльпанаў да свята нарыхтавалі прыкладна 18 тысяч. Іх кошт вагаецца ад 1 до 3 рублёў. Цены на оружие вар'іруюцца ў залежнасці ад сорту і вытворцы. Айчынныя тайней ад 1 рубля 50 копеек. Імпартныя ад 2,5 рублёў. Сярэдняя цана на кветкі ў вазоне, такія як гіацинты і крокусы, 2 рублі 88 копеек. Цветы, срезаныя цветы, появляются в преддверии 8 марта даже в хозяйственных магазинах, даже в строительных магазинах. То есть перечень мест расширяется до безграничия. Сегодня торговля предлагает различного рода акционные мероприятия. Не только частный бизнес, но и государственные организации или организации с государственной формой собственности тоже активно участвуют в проведении подобных мероприятий. С нагоды международного жаночага дня некоторые промысловые крамы вырашили разгарнуць акцыйныя мерапрыемствы на ўвесь месяц. Аднак самы гарачы перыяд будзе доўжыцца з 3 па 8 сакавіка. Предпраздничные праздничные дни мы предлагаем покупателям скидки от 15 до 30%. А также мы предоставляем скидки многодетным семьям и семьям, воспитывающих детей-инвалидов. Сярод акцыйных товаров – парфумерно-косметичные, текстильные, ювелирные выробы, бытовая техника, керамичный и фарфоровый посуд. До снижения коштов так само долучились цирульни и харчовые крамы. Увогуле, знижки у некоторых объектах гандлю и послуг будут досягать 70%. Сегодня, зайдя в магазин, любой потребитель может найти товар, который находится на акционной цене. То есть эта цена значительно ниже, чем в обычные дни. Ганна Ковалева, Сергей Лукашук, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. По выниках минулого года на Гомельщине зарегистрованы самый низкий сярод областей Беларуси узровень дитячей смяротности. Не в опошнюю чаргу гэты показчик досягнуты дякуючи выкарыстанню сучасных технологий у медицине. За кошт бюджету набываются новые обсталявания и высокоэффективные леки. Подробязности у Олега Сентюрова. У центра оказания медицинских послуг Гомельский областной клиничный роддом, максимум одна из самых дорогих больниц в регионе. Правда, сами женщины об этом часто не догадываются. Все выдатки берет на себе бюджет.
Сродки, которые выдатковываются на медицину, сегодня сярод наибольш значных артикулов бюджетных расходов. Это позволяет не просто набывать сучасное обсталевание и высокоэффективные леки, а и достигать головной меты – заховывать житё людей. У Гомельском областном роддоме кажут, что еще году 15 тому об таким узровне техничной оснащенности навод не марили. Уже раз некалькі годин после нарождения дитяти медики проведут первые обследования и назначат ответный курс лечения, часто вельми нетанного. Выхаживание одного недоношенного ребенка в отделении реанимации интенсивной терапии в сутки обходится в $1000. Это уже подсчитано в мире. Ну и у нас не меньше. Ну вот, считайте. Конечно, для бюджета это достаточно весомо, но государство идет на это. И бывает, что лечение для тяжелой пациентки с тяжелыми заболеваниями или осложнениями беременности тоже обходится в копеечку, однако государство на это денег не жалеет. Нельзя сказать, что в роддоме бюджетные гроши никто не лечит, а на молодых мать не экономить. Бдай один, за что женщинам приходится платить, так званые партнерские роды, когда при нарождении дитяти присутничают муж те иншие родные. Все остальное бесплатно, включая 5-разовое сбалансованное харчевание. У гомельчанки Алины Черной все это народилось уже другое дитя. Каже, что задоволена усим и относинами медперсонала, и умовами. На ужин либо каша, либо картофельное пюре там, да, с каким-то мясом или рыбой, либо какой-то другой гарнир. Каша, например, гречневая с творогом, либо каша с йогуртом. Ну, соответственно, между завтраком и обедом полудник и полудник между обедом и ужином. Сегодня у Гомельском областном роддоме поспехово выходживают детей, вага яких при народжении не перевышает 800 граммов, а маль у 3 раза меньше звычайного. Причем это уже лечится нормой. Зараз в отделении для недоношенных детей находится 25 немовлят. Нехто приведет тут тыдень, нехто больше к месяц. На каждого из них у сутки бюджет выдатковый до 100 рублей. И те дети, которые раньше не могли выжить, они выживают, и мы можем выхаживать детей, которые родились с весом меньше килограмма. Самый маленький ребенок, вот у нас лежал в отделении, девочка лежала с весом 630 грамм при рождении. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». До інших тем. У конце минулого года у Беларуси затверджены национальный план дзеянняў по развитию зеленой экономики. Нельга сказать, что для краины это зусім новый накірунак. Однако мы все еще у початку великого шляху. Покуль зразумела только одно – ён зеленого колеру и поспяхово развивается во всем свете. Зеленая экономика – тема чергового выпуску ток-шоу «Головная тема». Глядите на Беларусь 4 Гомель сегодня у 19:20. С нагоды 100-годового юбилея белорусской милиции у Гомеля вышел на линию тематичный троллейбус. Инициатива належит отделу внутренних справ администрации Чыгуначнага района Гомеля. Троллейбус с логотипом 100 год на варте правопорядку будет рухаться по 10-м маршруте. Пассажиры смогут ознакомиться с профилактичными материалами, доведаться, как застерегшись от супротивных деяний и злочинных замахов. Подчас руху у салоне будут гучать и отповедные аудиоролики. Новые поступления у фонда музея представили у Гомельским палацово-парковым ансамбле. Экспозиция включила речи, которые отримали другое житие после реставрации. Уластная майстерня открылась у палацово-парковым ансамбле несколько годов тому. За короткий час реставраторы обновили шмат каштовных экспонатов. На новой выставе представили годинники, предметы мебли, живописные работы. Мы хотим сказать, насколько важна реставрация и консервация, своевременно проведенная для музейного предмета. Порой это единственный шанс оставить его, сохранить его как объект историко-культурного наследия. Поэтому это направление очень важное. Мы это очень ценим, мы очень трепетно относимся к реставрации и консервации. Теплым и дождливым будет на дворе на этом тыдне. Как поведомили в областном гидрометцентре, у авторок будет воблачно. На большей части территории региона пройдут дожди. У ночные годины чекается слабый туман. Температура по ветру у ночи складет до 6 градусов выше за 0, у день до 11. У середу 8 соковика будет переважно без опадков. Прогнозуется до 5 тепла у ночи и до 14 у день. А вось у четвер и наступные дни тыдня махчимы дожди. У связи с теплым надворьем на реках и водоемах где расставание льду. Там выходить на огонь не рекомендуется. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресу www.tvergomel.by. На этом выпуск завершен. У студии працавал Александр Гамоля. Усяго вам доброго и до встречи в эфире.